это Spanish plane? Не. Hungarian. Okay. Ukrainian. Что это такое? Потому что мальчика футбольная команда. Okay. Wow. Так жарко. Yep.
go with you. Аэрофлот, конечно, очень хорошее обслуживание, но сиденья очень маленькие, все, что невозможно. Я не описала, все, да, единственное, знаешь, что произошло? Что? Мы когда прилетели в Москву. Да. Где бандитский это? Город. Нет, не бандитский город, прекрасный город. Да, какой? Когда Максим. Что машина так близко? А вот негде машин поставить. Это как все производственные мощности обратно сюда вернули. Это вот этот парень, который был в Думе, да? Да, да. Как его зовут? Он такой борец за восстановление. Он баллотировался в президенты, да, Максим? А что с... Ой, как красиво. Бабушка, что с этой сайм? Что она там в линии? Где? Ты видела билборд? Мам, как сказать билборд? Афиша. Реклама щит. Да. На афише, что было написано? Это парк Островского. Нет, вот здесь вот рельсы, здесь детская железная дорога. Прям поезда такие, все, и дети управляют тепловозом, все. Настоящая железная детская дорога. Смотрится как какая-то IKEA. Ну потому что синий и желтый, поэтому это сеть розничная, основана в Санкт-Петербурге, лента называется. Это самая центральная улица, да? Да. Тут надо будет что-то как купеческие дома сохранились, обновляли. Цветочки повесили. Да. Первый тут раз такое. Очень красота. А я там часто шастаю. Молитвы читаю за своих детей. Фонтан, видишь, какой красивый. Тут есть вот американский ресторан. Раньше, да? Где? Вот а ее. Вот. Я видела внизу Subway. Да их много тут. Не-не-не, я не говорю про ресторан. Типа Subway где там. Максим, метро есть тут? Не-не-не, метро нет. Метро нет, Афина, это переход. Да-да-да. На улицу. Что? Да, да, подземный что? Переход. Угу. А что вы останавливаете? Сидите. Перестань записывать. Ой, ой. Кто это? Теперь пришло время, мы с этим самим что-то помогли. Бегов на жизнь. Макдональдс. Покажи, какой размер. Викусика греется. Это вообще. Маленький. А это большой, да?
Скажите, можно сказать, товарищ, это мой? Я хочу. Ира, вот эта квартира, которую я купила, да? Какой? В которой мы сейчас находимся. Угу. Наша стоматажа. Угу. Жил человек, хозяин ее был, который посадил эти все деревья. Представляешь? Mm. Заставил всех, он работал в обкоме, uh-huh. вызвал всех на субботу.